большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурно, но будет проглядывать солнце, осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха в дневное время минус 14, минус 17, ночью 18-19, ниже 0. В Сызрани облачно с прояснениями. Днем 15, ночью 19 градусов, ниже 0. Ветер северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно и снег, днем минус 16, ночью минус 19 градусов, северный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 16 градусов, ночью минус 19. Северный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.